Глава государства проводил спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже и вручил государственный флаг капитану национальной сборной Акчулу Махмудову. Садыр Джапаров в своей речи отметил, что Олимпиада – это мировое событие, занимающее важное место в истории спорта, поэтому каждая страна стремится занять только лидирующие позиции и добиться побед. А за годы независимости наша страна завоевала в общей сложности 7 олимпийских медалей – 3 серебряные и 4 бронзовые. Здесь собрались те, кто на протяжении 3 лет строго соблюдал дисциплину, упорно тренировался и, наконец, заслужил право защищать честь Кыргызстана. В последние годы у нас в стране подрастает сильное молодое поколение спортсменов. У них впереди большое будущее. Позвольте выразить благодарность тренерам за их профессионализм и талант в воспитании патриотичных, сильных юношей и девушек, прославляющих Кыргызстан на мировой арене. Вместе с этим глава государства подчеркнул, что борьба за олимпийское золото будет напряженной. Однако наши спортсмены никогда не сдавались в трудных соревнованиях, а первую золотую медаль ждут 7 миллионов кыргызстанцев и сотни тысяч соотечественников, добавил глава государства. В 2021 году, встречаясь с вами, я говорил, что наша общая цель – завоевание первых мест и золотых медалей на Олимпиаде 2024 года в Париже. Это были не только мои слова, но и желание, надежда народа. Я думаю, что пришло время оправдать эти надежды. Я твердо верю, что вы завоюете первую золотую медаль в истории независимого Кыргызстана, сделаете подарок 33-летию независимости Кыргызстана и столетию образования Каракыргызской автономной области. Желаю олимпийцам удачи и решимости в достижении победы. Напомним, церемония открытия летних Олимпийских игр состоится уже в предстоящую пятницу, 26 июля в Париже на реке Сене. В соревнованиях мирового масштаба примут участие 10 тысяч спортсменов из 206 стран. От Кыргызстана выступят 16 спортсменов по 5 видам спорта. Айзерек Акматова, Азамат Джапаков, Алатау 24.